Одуванчик – это главное предложение сегодняшнего дня. Одуванчик – это, казалось бы, российский цветок, который знают и любят очень многие, но он является мощнейшим препаратом для нашего здоровья, для наших мышц и костей, для нашей печени, для того, чтобы предотвратить развитие онкологии. Вы получаете две упаковки, это сразу 200 таблеточек, вы получаете всего за 999 рублей. И сегодня у нас в эфире Дмитрий Геннадьевич Елистратов, который является основателем компании «Парафарм», директором медицинского центра «Секреты долголетия». Дмитрий Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, об одуванчике. Ну вот смотрите, одуванчик вообще нужен каждому, кто хоть раз, и хоть как каждый день использует лекарственные препараты. Одуванчик – это мощный детоксикант. К сожалению, многие лекарственные препараты, они очень сильно вредят печени. Вы всегда найдете противопоказания, что идут большой удар или по печени, или по желудочно-кишечному тракту, или по мозгу, понимаете как, или по сердцу. То есть вот эти препараты лекарственные, говорю, этот разрушает организм. И вот одуванчик очень хороший детоксикант. Он позволяет печени очищаться от токсина. Он обладает противорецидивно-антиметастатическим действием. Есть вот такая книжка Виларов, Союзный институт лекарственных ароматических растений, где прям эти есть рекомендации. Одуванчик хорошо убирает мочевую кислоту, он препятствует развитию подагры, убирает излишки холестерина из желудочно-кишечного тракта. Одуванчик является очень хорошим винотоником. Это целое исследование было посвящено одуванчику Саратовского медицинского института по витонизирующему действию. Ведь многие винотоники, которые вы используете, они бьют по печени, а одуванчик, наоборот, помогает печени. Вот его в чем главное достоинство. Поэтому одуванчик, вот его надо использовать вместе с остеомедом. Остеомед рождает мезенхимальную клетку костей, а одуванчик ее перерождает в хрящевую клетку. И тогда у нас идет восстановление хряща. Вот я недавно получили большую статью в журнале «Врач», она в феврале месяце выйдет на рецензирование. И там прям откровенно говорится о том, что нестероидные противовоспалительные средства, они только подавляют хрящевую ткань. И применение их неэффективно. Вот те, кто сидят на нестероидных противовоспалительных средствах, должны об этом знать. То есть мы вам говорим правду, что НПВС, который вы принимаете, это, как вам сказать, как лечить анальгином зубную боль. Вот это вы должны понять. Да, они могут снять вам вот это временное воспаление, но они не решают проблему. Вот одуванчик вместе со остеомедом способствует восстановлению хрящевой и костной ткани. Причем, еще раз я хотел вам сказать, хрящевую ткань без костной восстанавливать не имеет смысла. Почему? Потому что сначала разрушается костная ткань, там образуются вот эти дырки, и потом начинает разрушаться только хрящевая ткань. Почему идет это накопление в хрящевой ткани кальциевых отложений? Почему идет кальцификация сустава? А потому что кальцификация хряща, потому что умершие клетки не могут уйти из организма из-за этой полости, которая стоит и мешает их оттоку. И поэтому остеокласты начинают выталкивать костные клетки в хрящевую, поэтому хрящ-то и вспучивается. Вот применение остеомеда, который закрывает полостное образование, а одуванчик перерождает костные клетки хрящевые, вот эта буферная система создана в организме, и этот механизм только единственный работает, потому что вот эти уколы гиалуроновой кислоты туда, это тоже в суставы, да, это тоже признано неэффективным, потому что на 3 месяца помогает, а потом идет кристаллизация этой гиалуроновой кислоты, и представляете, у вас там соли будут, которые будут еще тереть и разъедать. Я говорю, услышьте нас, пожалуйста. То есть мы вам говорим правду, что вот это все лечение, которое вам рекомендуют, я говорю, это то же самое, как лечить анальгином зубную боль. Вот в чем беда-то. И одуванчик, вот это Honda Protector, Honda Protector. Да, это доказанная эффективность. Набирайте наш номер телефона. 2 упаковки по 100 таблеток за 999 рублей. Заказывайте, принимайте вместе с остеомедом Forte и укрепляйте свои суставы и связки. Я напомню, компания Parafarm имеет 455 мировых патентов, и это не случайно, и медаль президента Российской Федерации. Одуванчик – это природный, натуральный продукт, не имеет побочных действий, противопоказаний. Можно совмещать с приемом ваших препаратов, назначенных доктором. При заказе на 2990 вы получите еще валерьяну в подарок. Вот она, золотая медаль, которую вручил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин за вклад компании «Парафарм» в восстановление олимпийских наших чемпионов и подготовки к Олимпиаде. Представьте, какая мощь кроется в этих продуктах. Набирайте наш номер телефона и заказывайте. Оплата при получении. И вы знаете, вот у меня, у моей подруги, у нее получилось так, что маму положили в больницу
больницу, обнаружили гепатоз, жировой гепатоз печени. Мама не пьет алкоголь, но оказывается, от приема таблеток у нее развился гепатоз. И она принимает сейчас одуванчик и восстанавливает свою печень. А этот продукт является и гепатоником, то есть для печени. Он является венотоником, значит, восстанавливает наш отток венозной крови, избавляет от возникновения проблем с венами и также является онкопротектором, защищает от образования раковых клеток. Заказывайте и принимайте. Вы получите сразу 200 таблеток и абсолютно натуральных. При всем при этом такой продукт показан прием как с остеомедом Форте для улучшения восстановления ваших составов, ну, суставов и связок, но и также с борьбой с теми проблемами, которые вас, ну, может быть, сейчас больше беспокоит. Вот с чем можно сочетать одуванчик? Вообще его надо использовать каждый день. По 2 таблетки 3 раза в день. Это, говорю, хороший детоксикант. Сочетается практически со всеми лекарственными растениями. На аллергии на одуванчик вот мы, по крайней мере, еще не встречали. То есть он обладает хорошим желчегонным действием. Он помогает печени освобождаться от токсинов. Вот это главное его достоинство. Детоксикация печени. А если в желчном есть камни, можно принимать? Вопрос, в чем состоит этот... В желчном вот камне самое интересное, что они не могут выйти из-под при действии одуванчика. Почему? Там есть сфинктер Люткинса. Понимаете, как? Он не гонит камни. Да, он не гонит, да, камни. Он не позволяет им образовываться. Он осуществляет детоксикацию печени. Вот то есть это абсолютно полезный препарат. Да. 2 упаковки, 200 таблеток, цена всего 999 рублей. Заботьтесь о себе и живите долго.